В Ленинском районе традиционно чествуют ветеранов труда и жителей муниципалитета, добившихся профессиональных высот в своих сферах деятельности. Все они собрались в Доме культуры на праздничное мероприятие. В этот день в зале собрались люди самых разных профессий – учителя, врачи, работники культуры, повара и многие другие. Объединяет их одно – все они преданы своим профессиям и много лет трудятся на благо жителей нашего района. Елена Мусина уже 12 лет работает водителем троллейбуса в Видновском троллейбусном парке. А всего ее профессиональный стаж насчитывает более 40 лет. Первой ее машиной был трамвай. Ну, понравилось, как девочка стрелку переводила, трамвайщица. Я хотела другую профессию выбрать. Мне понравилось. Я пошла, выучилась, работала 3 года. Потом я хотела руль. Вот. Переучилась на троллейбус, работаю на троллейбусе. Началось торжественное чествование людей труда с показа небольшого фильма об истории праздника и рассказа о достойных представителях своих профессий. Среди них спортивная тренерская династия Шишиных. Уже много лет они трудятся в бассейне «Дельфин». Имя Андрея Шишина прогремело на весь мир благодаря выступлениям его подопечного, пловца Евгения Рылова. Сначала я плавал сам, да, дошел до мастера спорта. Вот. Ну, наверное, нравилось, поездки по соревнованиям, общение. Вот. И потом начал уже работать сам, набрал детей. При этом я набрал детей, еще сам оставаясь спортсменом. Вот Жене я набрал, мне было 18 лет. Вот. И я еще сам 2 года доплывал. Вот. А потом уже, когда они стали набирать ход, я уже со своим спортом завязал и стал, соответственно, работать только на детей. Собравшихся поздравил глава Ленинского района. Валерий Венцель отметил заслуги тех людей, чья работа незаметна на первый взгляд, но очень важна. Я бы хотел сказать слова искренней благодарности всем тем, кто своим ежедневным трудом делает наше Подмосковье, наш любимый район, наш замечательный административный центр, город Видное, краше, лучше, комфортнее для проживания. Особые слова благодарности я хотел бы выразить нашим уважаемым ветеранам за тот опыт и те традиции, которые вы передаете молодому поколению. Особо отличившиеся в труде за минувший год были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами разных уровней. Завершился праздничный вечер концертом с участием творческих коллективов муниципалитета. Дмитрий Книга, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.